вообще ни одной ходки, ни омоложения, ни восстановления. Мне особенно понравилось, как Войт с третьего трая нас охуенно развернул, блядь. Все стоят, блядь, я смотрю по мне, как эта хуйня, блядь, взбрила нахуй в лицо прям мне, блядь. Блядь, думаю, хуя себе, блядь. Да я тоже подохуел что-то. Да я же в этой хуйне вообще не разбираюсь. Почему вы там смотрите? Я смотрю по танку, я по пузу всегда равняюсь, да, не да, похуй, да. Что вы там смотрите. Повернул боком, нахуй влез. Так а полетело прикольно, блядь, сука, Звездные войны, нахуй, блядь, еблище. Особенно Лимон. А что у вас произошло? Дыхание в рейд. Лезвие? А не, думает, сидит, дыхание в рейд проходит, блядь, минуты две. Чё, серьёзно, лезвие? Блядь, нет, нахуй. А чё, я ж не буду заходить в сумму. Это, запись идёт, если чё, там никого не обзывают, ничьих не мышь. Это сумрак. Блять, как это за мой играть, блядь? Когда вы уже научите, блядь, ДК танчить на горы? Уже хочется, блядь. Ну скоро, вот смотри, вот ДК, который сейчас в рейде, вот уже видишь, на шмотную посмотри. Вот уже скоро будет. Ну ката нужна как-то. Да, я, блядь, хочу ДК танк. Не хочу это, блядь, ваших варов, палов, нахуй. Скоро будет, блядь. Хота выложится на полную. Да, бля, потому что ДК на самом деле лучшие танки соло, блядь. Да пиздец. Mm-hmm. Ними и агро нету проблем никаких. Раз дал на пул, забыл, блядь. А тут постоянно надо напуливать. А вот у 11 такое. У нас какой-то даже был ДК на циркуле где-то. Он вообще без напула мог держать. Ну я типа у него срываю первый раз, но когда он ловит его после меня, все пиздец. Дальше не забрать. Один раз только у него сорвать можно было, и все. Дальше не сорвать. Да. Куда вообще эти попали? Ебать, давай поехал. Короче, я хз, я даже не представляю, что у нас будет в субботу, на веселуха, блядь. О, блядь, у меня ж БР есть. Не, кстати, если тут бы зашли мейнами все в этой гильдии, то у них офицерский состав, который сейчас не играет. Я думаю, нормально было бы, но они сейчас не играют. Вот тот же Славику, да? Вот этот человек. Тот же Клизма, типа. Сейчас по танчику. Вот этот Славику, который ходил котякой. Клизма хорошо дамажит тут. Бруля и Геру ходил. Он вообще заебись устроился с гильдии Ливанов. Че он ливнул? А, да, ты про паладина? Ходит с нами в рейд. А до этого, когда Войт говорит, ну, типа, не устраивает мне гильдия. По ряду причин, да, не понимает. И без епа, короче, лутает, да, эти шмотки тоже посыпает. Ну, он сегодня был рулем котяк. Вот. То есть он ливнул с гильдии паладином. И это самое, видит, что мы волчать собираем. Знаешь, что пронесем, блядь. Ну вот, и блядь. Блядь, сейчас нету. Типок, блядь. Сейчас нету алчата, блядь, лимон, который не проносит. Это очень редко. Ты так говоришь, как будто, блядь, ебать. А все проносит. Там, блядь, везде и все проносит, ну. Поверь. Ну, РС-ка есть, некоторые проблемы, но, типа, эти грули, магики, там ни у кого нет проблем проносить. Странно тогда, он что, второй рейд, второй день уже с нами вчера ходил, сегодня. Он просто ходит так, что, со знакомыми, как бы, все. Ну, может, так проще. Я тоже иногда, типа, когда еще... До гильдии тоже я всегда смотрел, какой там, я с одним рейлом, мне понравилось ходить, вот я типа смотрю, он собирает, я ему плюсую и все. Помнишь, Юля там собирал какой-то друид с иллюзионом, или жопса, не жопса. Пугайте.
Не помню, Джоксов какой-то, короче, собирал, вот я с ним ходил постоянно. Потому что мне понравилось с ним ходить. Да беги, тут рядом. Бомжей дали, успеете добежать. Сагрили пачку еще одну. Они мне еще это объясняли, как на кубах стоять, а то я не знал как. Я первый раз их вайпнул, когда меня поставили. Я на сапогах подбежал, юзанул и дальше побежал. Я ж не знал, что держать надо. Сука, самый лучший. Угу. Секси зал, что тут еще сказать? Секси зал, вот здесь. Блять, я не знаю, что с Лачтаном первым это делать. Потому... А что с ним делать? Вроде я уже начала... Ну, со временем поймёт, что он не то. Дело даже не в этом. Вот я же не вот в свете. Не могу говорить, хиль меня. Вот я хилю. Он нихуя не хочет. Он говорит, ты что не видишь, что ты не падаешь? Так он, сука, не падает, потому что я оверхилю, нахуй. Что, вытаскивай, блядь? С кого вытаскивать? Хорошо. А как же вам сказать честно, хорошо быть ТД? Потому что там кто-то не дотанчил, кто-то не дохилил. ТДшка, блядь. Есть бы я, Ромин, ты не бар. Нету. Сейчас сдохнет. Так, все, ладно, давайте, всем спокойной ночи. Че, вы не забираете? Я сдохну. Я вижу, что сдох. Смотри, как кроме костюмца, он как будто танцует. Ну. Ты же там лишний рун получил. Угу. Ну что, буду ставить дисплей. Дисплей, ничего. Что мне еще делать? Троим похилим. Он вешает диспел быстрее, чем я диспел. Вот темную забрали, бейте его. Червян Джим идет на помощь. Не знаю, блядь. Я тоже, блядь, вот видишь. Хуй знает тоже. Я вот не знаю, виноват я в чем-то или нет, не до пизды, короче. Я сводил рейды, я думаю, блядь, заебали, блядь. Залут, ноют, нахуй. Рейдите сами, раскидывайте сами, блядь. Вот я что скажу, идите в пизду, заебали. Ой, ты че, блядь. Да реально, я, блядь, не хочу себя виноватым ощущать. Да что? Ёбаный, съебусь отсюда, ну нахуй. Пробивает сип. Нет. У меня маны 200 из 55 тысяч, у меня 200 маны. Мы начали драться, у меня было 10. И стоит там в миллизоне, и он получает. Вы не должны стоять. ДК вытягивает элементар. Вы там бьете его. Когда убили, бьете босс по кругу там. Все, и на мне меньше ставь. И на вас тоже, если вы в миллизоне не бьетесь. Че, че, кошка, что это там? Да у меня кошка. Какая кошка? Я ебал с боссом стоять на меня. Смотри, нет. Вот, забирай темный. Двое дергает. Темного, ага. На волшебную тоже. Вообще огненного второго. Давай волшебную заберу, забираю огонь. Бьете его потом вместе с этим темным. Это все. На мне меньше этих стаков и на вас тоже.
первый по ДПС просто. Вон вар пришел. Надо ему каску бахнуть. Я ебу это тренинг. ТРС плотная. Да мы в ППГ потеем. Хилы тупо не захиливали, сон вообще в шоке. Приходит там друид какой-то, да, 250 вроде шестой, шоулер друг. В сумраке стою без единой хоски. Я даже не знаю, что ему сказать, блядь. 269. Не, ну серьезно. И учить хилить за друида 258 ВР. Добивайте его. Все, добивайте. Сука. Гурского нет, все, пизда, нет ДПС. ГМа? А чё он? Да он за ним постоянно что это? Ну тут из меня редко на руке было. Как они вообще раньше без рейдов жили, я в шоке. Без РС там. Мирок, да? Старую обычку на скорость. Че за щиты эти пидоры вешают зубами? Только дубки навешиваешь, все вылезли. Я уже на неделе. Если график правильный, то я отдыхаю понедельник, вторник,
четверг, пятница. Мне микрофон далеко вообще. Да я вообще ФК стою, у меня 4 БГ, блядь, без единого хила. Пиздец, как это вообще может быть? У меня ни одного хила за 4 БГ, блядь. Я вообще не могу выиграть никак, блядь, просто никак, нахуй. Я не знаю, что тут делать, бля. Я не знаю, просто 4 БГ я сейчас уебываю. Сука, я единственный, блядь, кто в топе сидит. По киллам, блядь. Никто никого убить не может, блядь. Как это, блядь, вообще нахуй выиграть? Блядь, там 2-3 хила, сука, каждый БГ в противоположной фракции, блядь. Меня за лян за орду кидает, за лян за орду, блядь. Ни одного хила нету, сука. Блядь. Он вишивает при древней лишайник. Откуда, кстати, твинси ползучий кошмарник ты берешь? Это из этих? Из резервуар его клыка вроде? Нет, нет. Откуда ты их берешь? Ползучий кошмарник. Понятно. А сегодня, как раз падает вот. Обычно падает, ты проверяла? Проверяла. В обычку мы уже ходили, скелетики не эти самые. Там не скелетик в одном пути. Они не работают. Бля, нахуй этот делик, бля, ебучий начал делать, сука. За час хули толку вообще ни одного не сделал. Ты какой начал делать? Да БГ, блядь. Я не могу выиграть его, блядь. Ни одного хила нет. Бля, я Альберт пропал, блядь. Я с ним заходил, отыгрывал спокойно этой хуйню. Сейчас его нету 2 дня уже. Ни арену не могу отыграть, ни БГ, блядь. Вчера фартануло, бля, я хуй знает каким хуем. Вчера так быстро зарашил БГ, блядь, после работы. Как успокоиться? Хуже спать охота, пиздец. Ебать, я толкнулся почти. Вон у меня хиллер есть, блядь. Что вон? 215 ВЛ, охуеть. Ну уже что-то.
Извини, на мне птичка долго висела. Фир. Че ты без третьей ауры хилил? На хардкоре? Никогда не включаю, если просит третью. Иногда миллисекунды эти спасают. Дайте пожрать. Иди пирогов давай. Ты так я и говорю, ждите, блин. Сейчас будем дамажить. Ты все равно дамажишь голову. Часа это по московскому времени, да? Что-то нихуя кажется, не по московскому. По московскому час 24. Не-не-не, в 3 часа, это 2 часа по МСК, да, здесь обнуляется все поиски? 3 часа по МСК. Да. Бля, уже чую, как еще прибудет дополнительная 5-я БГ. О, боже. Это последняя БГ нахуй на сегодня. Я пойду ебашить спать просто. Вся толпа на одной точке, блядь, да? Ну нахуй, загос. Я все бежал в отца. Сука. Да нет, мы я проебал пятым, блин, блять, я уже со старта вижу. Повезло. Сердали. Первого захода. Рыбка дробяшка будет. На третий сердалик уже выиграл. Да ладно, ты выигрывал. Я больше не пойду с тобой ПП. Осколок духа. А вот только стенцы лутануть. Лутаните, кто не лутанул. Босса. Твинсы лутанула. Там будешь говорить, где я не взяла. Хотя в башню никто не пойдет. Где баба, что ли? Кто-то ливанул. Вару не понравилось умирать, наверное. Опять. Не наркотик. Че, еще регаем? Бег-бега быстрее. Какой ночи, Жень. Че, варта ливнул? А ему завтра на работу ты не будешь. А, я понял. Может, гильдии кого-нибудь стоило взять? Охуенно. Мне и так заебали в рейдах. Крабы бит. Шли ворваться мне, да? Кто-то мне говорил. Мы сюда зашли вчера, вроде, или позавчера, я говорю, короче, РБК, кто-то попали, вон тапачку крабов ставит, крабов бьем, вдруг один, короче, убегает, блядь, отагривается, начинает гулять один. ДК пишет, воу, смотри, краб ебанулся. Тупо убегает от меня, я не могу ничего сделать. Да. Пейте, хуй, вы стоите-то, блядь. Мы стоим, блядь. Я, блядь, его поймал, нахуй. Стоим, смотрим. Хули делать. Краб в короне. О, видишь, побежал куда-то, смотри. Как хуй с ним. Хуй с ним, хули пал будет пить, блядь. Травка. Ты чё, бля, кушек пиздишь? А вон ещё справа травка. В
траву роллем после ласта. Ебать! Ебать, Старфолд, блядь, валик. Он красава. Больше маны. Правильно. О, вот это еще. Живи сам, я траву собираю. Живи сам, блядь, траву собираю. Лучшее, что можно услышать от Хила. Че больше Роми нахуй не берем в РПК? Дерталдаун Старфол, блядь. Что, бля, гонишь? Сходи в соло репу фармить, блядь. Лишайник. Смотри, вот тут кошмарник еще раз. Лучше кошмар, тоже топовый трафик. Тебе много надо. Пиздец, у нас еще ДПС нет, нихуя. Ты где, червяк ёбаный? Вой, блядь. Прием. Ты здесь? Червяк. Ничтожный человек. Ничего, я нахрен так. Жени, давай Старфол. И так ДПС и нихуя нет. Добро на Старфол получено. Здесь так нет. Короче, играю иногда, сижу в этот Евротрак симулятор, ну такой симулятор дальнобойщик, пиздатую игру. Вчера, по-моему, взял какой-то груз, блядь, на полтора. 4.5 часа ехал. Онлайн игроки, мудаки, берут дороги, перегораживают, блядь, петухи. Ходят, блядь, через лес ездят, вообще пиздец. А на что, онлайн? Платит, включаешь бесплатно, там, я купил в Стиме игрушку. И гоняешь на грузовиках, блядь, на этих. Я лет 10 назад не играл вроде. Там есть первый и второй, вот я второй себе купил. В Скандинавии и дополнение, короче. То есть. Она раскушенная. Ну, не знаю, да, так можно, короче, поесть. И, короче, 4.5 часа из-за этих уродов, которые дорогу переградили, там пробку, блядь, метров на 100, наверное. Вообще кошмар. И едут, короче, легковушки таранят, скидывают, блядь, с моста в реку все полки. Главное самим проехать. Там эти легковушки компьютерные, генерируют все нахуй с дороги, блядь, как бульдозером. И прешь на своей фуре, короче, там ман, блядь. Мне надоело бить его, я побежал, бейте сами. Я сбегалась. Руда там, блин. Не знаю, храняет руду. О, заебись, блядь, ретрик второй кат, и со мной идет пиздец, 1-1. Заточку. Что я вам когда-нибудь? Посмотрим, блядь, что сейчас будет. Кто кого наебашит. Блять, нет, блять, ДК пришел. Кань, на раз. Это нихуя не честно. Кто хотел кикнуть твой? Хз, вот этот, наверное, Питараман. Я убил ретрика. Молодец. Кем? Сука, ДК меня добил. Кем убил? ЗДК. Ну, практически, блядь.
просто косарь хп осталось, блядь. Этот пиздец, он сдох. Это пиздец, блядь. Я думал 1-1. 1-1 вообще легко было. Печальная БГ, блядь. Он R1, блядь, был по киллам. Этот ретрик охуеет. Ты ему что-то, да, обосрал? Как так, блядь, может, блядь? Как можно проигрывать такой команде, где, блядь, ретрик нахуй вообще 1-1 ДК даже убить не может? О, боже, мы вообще так жестко проебываем. Я уже 500 точек, наверное, спиздил, блядь, и мы все равно проебываем. Как это вообще? На рате это пиздец. Че, Войт, ты бежишь там или че? Войт. Ты смотрим, да, бежит. Тут шаман уже как хотел кикнуть. Прикинь. ПВП-шу вам точно. Да, потому что у меня здесь ПВП-ретрик, там ПВЕ хуй. Слушай, постоянно эти перебивать талант, блин, голду сливать тоже такой. Где наши бравые парни? Не знаю, хила стоим твоё. Ну правильно, блядь, хил бегает за там. Остальные хуй с ними, ебать, деньги не зайдёт. Я-то в ДД, дурчишка ты. ДД нормально, чё. Включаем печать свет. Хилимся чуть-чуть. Кое-что покруче плаща. Я не умею по бортикам прыгать, я прямо к боссу прилетаю. Прыгну за короче. Блядь, и туда прыгну за это. Туда. Да ладно. Ебучая сова. Знаешь, как может из воды можешь хилить? Честер хилил, я на краю босса танчу. Я в ДТ! БК смотри. Дорожку дал.
Давайте жду вас, чё. Ой, на меня босс согрелся. Ну, заодно и рехните меня. А побью его. Нормально, в принципе. Главное, до раны, чтобы все успели прибежать, а там надо. Я иду. Пока все хорошо будет. Будет. Пока лечусь потихоньку. Может быть, даже не умру. Хилься флешками. Ман, нет на флешке. Трэш. Вот и все. Нас окружили, тут трэш. Пусть значит. Пошли безумно. Где Войт дух? На козырьке, что ли, там? Красава. Я сагрена. Бисовые рыбака пати. Откати назад, назад, откати. Бежи. Тут ебаные грабы ходят, чуть меня не поймали. Краб ебанулся. Прикольно. Он реально убежал туда отагрился и давай гулять там опять. Тихо, тихо, а кто это был? Краб ебанулся. Да как он? Ааа, блядь. Вообще, блядь, жара. Поржали, пиздец. Краб, говорит, ебанулся. Сука. Как-то зашло. В тот момент зашло. Вот это на второй круг пошел. Смотри, в этот приступ. Ага. Я его в кару водил, он до сих пор реально собирается три. Ты что делаешь? Как он меня закрыл? Мы тут с шаманом бежим, ебать. Краб ебанулся и напал на Роме. Это что, ты прыгай по полочкам. Смотрел кто-то из вас фильм этот «Бриллиантовый полицейский»? Какой? Чё? «Бриллиантовый полицейский» фильм. Угу. Там это. За границу-то зашел, блядь, махает нахуй. Ага. Нет, ты видел, как он это... типа, короче, взял этого, который, ну, этого кореш, короче, он говорит, ты, говорит, мне обещал 10 кусков за ночь теряги, а теперь 50 гони, говорит. А этот смотрит на него, нахуй, этот Карлсон, блядь. Он не понимает, нахуй, что происходит. А тут ему объясняет, нахуй, он ебанутый, он накурился, дури, говорит. А, или это было бы в пиулке, я убрал еще, блядь. Сейчас будет больно, говорит. Что? Сейчас будет больно, блядь. Ебанул его, блядь. Че вы тут стоите? Че ты тут стоишь? Прыгай. А вы будете прыгать? Захиливаться? Краб ебанулся. Два лимона леса. Лес уже 7 часов почти. Вообще пиздец. Резай, а то сейчас придет этот долбоёб. Быстрее резай. Давай, мать, срез, блядь, чё стоишь-то? Там ДК рез. ДК, блядь, мазарез. Шаман резай. Шаман резай, давай, блядь. Ты вот резай. Я ебал, вставай пока, сейчас этот рука не уйдет. Так вставай, тут он не зайдет сюда. Как он меня зашел, нахуй?
прячься в угол, блядь. Вот сюда, где я. Спал я. Хуя у него гильдия называется? Поэзия фольги. Ебануться. Вы там добежали, нет? Когда прыгали? Ага. Прыгай. На стенку не прыгаешь? Где лимон, блядь? Рядом. Он отчаялся, короче, ждать, когда я влезну. Прибежал в хилл, советовал, блядь, босс и умер. Вы видели, как я первый раз варом в РБК был? Это первый мой инвест был. Я 205-й там левел был. Ебать, я тут кончил. Я в воду упал, понял, короче. Первый раз. Типа прыгают, а я такой прыгнул и мимо чирк по стене. Потом я больше никогда не падал. Ну что, падал разок. Хилы реально стрёмные сумки были. Просто стрёмно. Прикиньте, меня трэш зажал. Одна пачка сверху спустилась, а вторая снизу. Что делать? Что делать? Беги. А, нет, смотри, они уходят наверх. Отлично. Посмотрел фильм с Стивеном Сигалом, блядь. Забыл, как называется. Ника. Не Ника. Ну, это старый. А сейчас же Ника второй должен быть, да? В 19-м, по-моему, году. А я какой-то 18-го года посмотрел, он там, прикинь, Вин Чун, короче, показывает, это пиздец, я охуел просто. В начале фильма я угораю над Сигалом, вообще, я просто жужжу себе, ухмыляюсь. Он, короче, показывает такие фильмы, а вначале он всегда с пистолетом, с автоматом идет, нахуй, в очках, чё, кого, команда типов, этих боевиков, блядь. Кого-то берут, блядь, расстреливают, нахуй. И там какая-то девушка мертвая, блядь. Сиськи, как всегда, голая такая, блядь. Ну, короче, все. И Сигал такой в этот храм, в пещеру уходит, говорит, блядь, говорит, пиздец, говорит, что я натворил, говорит. Ну и все, и дальше ну, какой-то доктор что-то лечит там. Че? Что происходит, Садык? Ты зачем трэш бегать через тексты? Беги! О, нормально. Кинь его флешкой. Ебаш. Дай увольсу, поебать. Дай увольсу. Я закрылся. Нормально. Агри, поебать. Слишком долго было оббегать, я решил согреть трэш, привести его вниз. Ну реально там дольше был бег. Проявил изобретательность, можно сказать. Смотри, как они упырей твоих, блядь, быстренько вырезали, нахуй. Еще просто. Дерзкие ребята. Блин, если что-то это не попадаешь на ступень. Закрите босса, я прилечу на парашюте. Я понимаю, что на парашюте прилечу. Да ты на ступеньки попадаешь. Закрите ебучего босса, я, блядь, уже не могу. Закрите ебучего босса, заебал. Ну иди сюда, блин. Мать твою, краб. Летит паладин. Ну-ка, где он? Давай снимем на видос. Я потом скидывать буду, смотри, летит. Десант пикирует. Мимо нахуй. Что-то бафов вообще нет. Земля, воздух, блядь. Ты видос снимаешь? Ну. Тихо. Что, только что-то сказать? На паузу поставить? Хуйню снимает. Прикольно, чё? Бафни каску. Чего-нибудь там. Бля, ты под нечестивостью. И ещё одну надо, да?
Юля. А, что? Еще одну надо. Надо, так, блядь, если мы так будем идти, блядь, мы такой кристалл. Ну а кто в воду упал? Все, блядь. Я не падал, блядь, извините нас. Вроде шаман, шаманы какой-то упал, упали. Если мы так будем идти, блядь, вообще. Ты как знаешь, вайпишься в РСке 2 часа. Если мы так будем рейдинг, то... Mm-hmm. Сука, метка с ней докат жесткий. Или метка срочно собирать. Вайпишься. Ты видел этот тут про товаром 30к хп, блядь? Танчилый там. Видел этот красный глаз, который на меня смотрит? Шея, метка, скрязь, разбираем. Медикам, блядь. Ну пойду спать, блядь, ебучая МПГ, блядь. Все сгорело, видимо. Я вообще пиздец сгорел, я 5 БГ проебал. Хуйня, я 8 проебал. Это пиздец вообще. 8 подряд, 8. И не, не каким-нибудь говняным пи***ем, а нормальным. Бля, вы еще удивляетесь, почему я не БГшу, не ПВЕшу, блядь. На арене хотя бы ты реально можешь что-то сам делать. И от тебя зависит победа, бля, здесь хуй вообще. БГ тупо война. Не, на БГ там... Ширные пули. На войне... Ну, там на БГ нихуя от тебя не зависит, как бы ты пиздата не играл, бля, нихуя вообще. Если командно играть, то зависит. Команда. Это же соло, ёпта. Там стадо, стадо. Да это же смял из... Паладином, бля, регу, это, блядь, ну там больше шанс победить, но даже один хуй мы иногда проебываем. Сетап нужен, люди и рукастые, не тупые. Там минимум 3 человека, а тут, блядь, троем невозможно реагировать. Там минимум трое нужно, Финзи, чтобы что-то решать. Ты жот свой закрой, блядь, видите. Агрит стоит в сету. Не сагрила, блядь. Если бы не сказал, сейчас бы сдохли, блядь. Жот свой закрой. Я, короче, слышу, стою в свету, короче. Вы танчите там во тьме, блядь. Лимон танчит. Она мне пишет. А, она говорит, вот, ну, плюёт в лицо, я говорю, вот, гонодрил, вы просто, говорит, да, говорит, ебать. Кого? Блять, корни, эс, Лема, Лема, бей, заюсал, заюсал, а, блядь. Чё, хуй? Вы шо, пошутили? Кто их сагрил? Не, ну серьезно, ну кто их сагрил, блядь, за? Пизду. Ой, давай ПР всем. Добивай эту хуйню. Мазарь, я вставай. Ладно. Вставай. С ума вставай. Это пиздец, мы даже РПК пройти не можем. Какая рыска нахуй. Да вы заебались просто. Короче, спать надо идти. Давай эту простим задачу регнем Мерлка одна. Какая тебе разница, эссенция нужна и нужна? Как пох, откуда? Там побыстрее будет. Хорошо. Чтобы вообще не ходить. Упадем в анкахет, нахуй, законтролимся, нахуй, слышишь? Нет, пишет на меня, нападут. Меня нападут. Кто резает, Роми, резай. Ты, сука, Старфол дал, ты резай. Они там от крабов бегут, прячутся. От крабов бегут. Пиздец. Помню, пробежал мимо двух пачек, а в пати бежали чуваки, не смогли пробежать мимо одной даже. Есть у них траектория, они буквы Г ходят. Можно мимо них пробежать, вообще не бить их. Где там кто про сову говорит? А кто хилить будет, блядь? Подождите, не прыгайте с моста, блядь, на еды нету, сука. Сдохну, блядь. Стой, блядь, не беги, блядь, подхиль меня на уложение. Он у меня в стове не выставлен. Так выстави, блядь. Я вот знаешь, я вот сейчас только понял, что вот есть классы реально, которые рейд
но немного функционально. Вот взять друида, да, сову, он может и подиспелить, и похилить, блядь, и дим, и бр, блядь, и ну, зарение, вот эту всю хуйню. Это ведь не так просто делать. А если ты просто дамажишь, ну типа ты дамажишь нормально, все там ДПС, но ты, блядь, танк падает, обсирается, хил падает, метку выносит, ты нихуя не делаешь. А если ты делаешь, то ты считаешь, спасаешь рейд, это вайп тупо. Вот таких людей, вот кто, ну, реально шарит, ну, ну их мало реально, блин, ну просто пиздец, их почти нету. Но с другой стороны, я тоже вот, ну, я понимаю, что вот покидать каплю ветриком, флешку покидать по танку, по метке, это, ну, заморочь, короче, ты просто, ну, паришься, блядь, не сдохни только, сагрится, блядь, трэш. Вот. Туда пошел Рамин, туда пошел. Там мобы там, ты бы на виде. Или, ой, сука, я упал. Да я не в воду. Ну тут нормально. Тут мобы просто ходят. Сука, они опять идут, а куда бежать? Там мобы и тут мобы, что делать, блядь? Кто-то там. Сейчас он пройдет, вот этот пройдет на лестнице влево, пройдешь. А ты что их пиздишь? А чё бы нет? Я дерзкий. Я же паладин. Слышь, блядь, этот червяк, блядь, чё по левой стороне не пошёл? По левой там вверху ещё лазит. А сам ты лазишь, вон, блядь, я к тебе сзади уже пришёл, блядь. В инвизе, да? Хорошо дружлю, блядь, говорит. Сука, не восприимчивый. Стрелять этого дурака. Или вот дык-дым еще он сдохнет сейчас. Не сдох. А чего вы встали? Где у нас это? Хорош, все, отдох сдохнет. Заебись. Помнит, кто это плохой Санта? Нет. Как этот? Ну, блять, как его. Короче, актер, который в Армагеддоне играл, вот этого типа, который с НАСА, типа, блядь, бородатый такой. Вот. Короче, он там этого сам поиграл. Ну и это. Сидит, салат жрет, нахуй. Ему мама с ребенком подходит, нахуй. Дочка или сын, не помню, блядь. И говорит, я хочу такую-то хуйню там на Новый год, блядь. Машинку, хуинку, всю эту парашу, блядь. У него салат вот этот латук, нахуй, изо рта свисает, блядь, просто висит лохмотья такие, блядь. И такой, и ты говоришь, да у меня, блядь, обед. Такой, ебать. Ебать, я выпил. Да еб твою мать. У меня, блядь, обед. А кто сдох опять? Никто не сдох. Блядь, ты гонишь? Стой, вернись назад, верни. А, нормально, все, иди. Там же недалеко, да? А, да. Там мобов нет, надеюсь? Там дом второй этаж, даже. Блять, жесть какая нахуй. Иди назад. Все, пойду спать, короче. Ну попьешь, а я тебя резаю, блядь. Куда ты пошел, ну, блядь? Жесткая хуйня, блядь. Понимаю, почему Юля прошу тебя делала себе.